Под звуки спортивного марша встретили участников соревнований. Все команды построились перед почетными гостями. От имени администрации города-курорта Анапа, лично от нашего главы Сергея Павловича Сергеева, я всех приветствую с этим замечательным событием в городе-курорте Анапа. Это очень почетно, что наша территория проводит зональные соревнования. Я желаю вам, ребята, побед. Желаю, чтобы все те ожидания ваших преподавателей сбылись. После торжественной церемонии начались игры в подгруппах. Состязания среди девушек проводили в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Юноши играли в спортивной школе номер 10. Девушки из анапской команды сборной школы номер 4 давно тренируются вместе. Капитан команды Светлана Беляева с детства занимается спортом и уже 6 лет играет в волейбол. Ну, собирались с девчонками, тренировались, готовились. Ну, надеемся занять первое место. Надежды анапчан оправдались. И девушки, и юноши из Анапы оказались лучшими, заняли первое место. Вторыми в соревнованиях стали мужская и женская команды Славянского района. Третье место в мужских соревнованиях завоевала сборная Красноармейского района. У девушек на третьем месте учащиеся из Краснодара. 18-19 марта пройдут краевые зональные соревнования среди школьников 5-6 и 7-8 классов. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа регион.